когда это видео выйдет, я не знаю, но сегодня 7 марта. И сегодня для тех, у кого есть автомобиль, ну, не просто автомобиль, а если он зарегистрирован здесь, как бы в Польше, то проезд бесплатный в Кракове на автобусы и трамваи. То есть у меня есть автомобиль, у меня есть довод регистрации, и если ко мне подойдет проверяющий, я могу показать этот довод, и это будет как бы мой билет или доказательство, что я могу ехать бесплатно. Поэтому сегодня я езжу бесплатно. А для чего это сегодня сделали? Потому что показатель уровня смога сегодня большой в городе. Ну, для того, чтобы меньше ездили на машинах, добавляли этот смог, сделали вот такую акцию. Ну, это периодически это бывает, не каждый день. Но когда там, видимо, как-то зашкаливает смог, то можно... Так, мне чтобы не пройти... Ну, объявляет коммуникация Минска, делает такое объявление у себя на сайте. Можно ездить бесплатно водителям, и по-моему там еще брать с собой число пассажиров, которые вмещаются в машину, еще можно с собой провести бесплатно. Ну, я о чем? Я хотела поговорить о смоге. Кто, например, знает или не знает, в Кракове очень об этом говорят, что загрязненный воздух, многим этот воздух не нравится. Они говорят, что да, действительно, тут дышать нечем, и есть люди, которые уезжают из-за смога из Кракова. Так, ой, я в правильном направлении. Но я хочу сказать, что так как мы приехали из Кривого Рога, нам этот смог вообще не критичный. Потому что в нашем городе, пусть замеров не делают, но я вам хочу сказать, там катастрофическая просто ситуация по экологии. Поэтому Краков для нас это вообще... Ну, не скажу оазис, но нам здесь дышится хорошо. Вот, поэтому на некоторых остановках есть... Так, по-моему, я пришла. А, вот, я пришла уже. На некоторых остановках, вот я вставлю видео, есть табло, которое показывает на данный момент уровень смога в Кракове. Ну, смотрите, мое отношение спокойное к смогу. Нам здесь нравится, тем более приняли какой-то закон, что-то там по отоплению не вникало, потому что мы не живем в собственном доме, мы ничем не топим. Но с 2019 года уже будет как-то попроще с этим. Уже вроде бы, ну, издали какой-то закон, чтобы не топили чем-то там, и тогда будет легче. Не знаю. Смотрите сами, мы когда ехали сюда, мы знали про ситуацию о смоге, нас это не пугало, но многие люди отсюда уезжают из-за этого. Смотрите сами, думайте, ну вот, сейчас уже вечер, 5 часов вечера, вот так вот на улице. Дыма нет, ну да, бывает иногда запах, запах есть, я не скрываю, но нам он не критичен, он чаще всего по вечерам мы дома, как и многие люди, наверное. На остановке стоит такое табло, которое показывает, какой сейчас воздух в Кракове. Это табло находится возле Кинокиев. Ну вот как-то так. Пишет, что среднее для города. Ну, должно быть не больше 50, а сейчас 77.